Зайка, удовольствие, мама. Ты же не видишь это удовольствие? Это же удовольствие. Расставил лапы. Удовольствие с такими криками. Посмотри, какой он расползся, этот бандит малый. Рося! Рося! Рося, посмотри сюда. Да ладно, я его сама помню. Ага, еще раз. Еще раз. Чего? На меня посмотри. Тебе не нравится, что с тобой делают? Ой, зараза. Зараза такая классная, зараза такая шерстяная. Да ну, такой дикий. Такой классный он, классный. Да, 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 да. Мама тебя целует. Мама тебя целует. Мама тебя целует, Росик. Мама тебя целует. Перестань. Никогда не видела кота. Ты очень сильно делаешь. Я хорошо делаю. Я делаю тихо. Тихо она делает. Ты слышишь этот номер? Это я так говорю Вике. Точно так же, когда уги она делает. Рося. Я ему не сильно делаю, честное слово. Я ему делаю так, что он мыхает. Если бы мне так делали, я бы тут молчал. А он, падла, еще не молчит, зараза. Насколько вас хватит, интересно. Сейчас Росика как и перемкнет. Не перемкнет. Зараза. На всякий случай. А знай, как он лежит, как левушка. Да. Так я же ему жопу расчесал так, что он наш удовольствие. Ты зараза, малая зараза. Фу, у него волосы прямо в нос. Фу. Скажи мяу. Не, Вика из носа достает волосы. Из носа прямо достает. Скажи мяу. Мне красиво, скажи мяу. Хорошая зараза. Посмотри, как он лежит. Посмотри на эту жопу. Miles and miles of, знаешь? Смотри, как он лежит. Смотри на это удовольствие, он лежит. Смотри. Я тебе скажу, мама, за такого кота платят $1000. Зараза, я тебя продам за 300, бля. За 300. 250 без такса. Кешем, если дадут. Я тебя никому не отдам. Никому, даже что ты такой злой, я тебя не боюсь. И ты это знаешь. Сам как вырвется, вам всем да, мало не может. Покажется. Но я, знаешь, когда делают приятно, не надо же быть полным идиотом, чтобы вырваться. Это ж ну, приятно. Ну, у Росика же все наоборот. Нет, нормально все. Рося. Он немножко потрясён. Росичка. Росичка. Ну что делать? Ужас, ну, мама, я весь в нем. Посмотри, что на мне. Рося. Рося. Посмотри. Рося. Саша, на твоем месте бы и руки вот так вокруг бы а его. А я ему сразу голову сверну. Кот, который занимает весь стол. Я такого еще не видела. Ну, он вкусный, конечно, кот. Вредный кот. Роська, ты вредный? Скажи мяу. Молодец, умница. Все, ему все надоело, вы ему все надоели. Сейчас он будет давать дёру отсюда. Росик. Саш, ну он тебя цапнет, на этом все закончится. А я не могу, ты думаешь? Что цапнуть? Да. Можешь. Я же все-таки надеюсь, что мама все-таки recognize, кто родной сын. Я думаю, что Росик роднее. Мама! Что она говорит? На, выбрось. На, слышь, взяла я это самое. Ну, это то, что вот ты вычесал. Он невозможно. Я его сейчас почесал. Посмотри, вот сейчас он слежит. В
Вот ты зараза, вот тебе же нравится. Самый вот красивый, почему самый надо рычать? Злой кот в Бруклине. Если действительно, если я тебе приятно делаю, вот что ты рычишь? Я же тебя целую. Я не знаю, почему он вас не любит. Всех любит, нас не любит? Нет. Мне нравится, как он лежит здесь. Потому что я ему почухал тухас. Знаешь, как это приятно? Я когда Уги это делал, вот это то, что Уги я делал, так он вот... Он когда ему чухает, видела, как он меня... Это же... Мама, он садится у меня сзади, и я хожу так. А он сидит сзади, на плечах. Спроси у Вики. Да. Он использует Сашу как транспортное средство. Вот. Перестань. Мама же здесь, ты же видишь. Мама же здесь. Ты уникальный кот, конечно. Он уникальный. Я тебе скажу, такая рожа. Уникальная. Глаза какие. Фу, как повторяю. У человека глаза. Огромный. Вот посмотри, вот там огромные, но зрачки, а у него какие зрачки. Огромные, Васи, не то слово. Я тебя уже почухал, так омыхаю, что не надо рычать на меня. Вот ты! Перестань! Рося! Вот сейчас вы доиграетесь. Саш, глаза свои подальше от Росика, пожалуйста. А у меня очки, у меня протекшн. Саше рассказали анекдот. Сидит мужик в баре, пьет. Вдруг кто-то вбегает в бар и кричит: «Вася, Вася, беги быстро, там твоя жена с кем-то в подъезде там». Он выбегает, бежит, попадает под машину, вызывает ему скорую, он едет в скорой и думает: «Что-то я нервный стал в последнее время, и не Вася меня зовут, и жены у меня нет». Только не в скорой он едет, а в госпитале он очнулся и думает: «Что-то я нервный стал, Вася меня не зовут, и жены у меня никогда не было». Это про наше время. Я этот анекдот лав. Это про наше бурное, это самое, суровое, бурное время. Перестань его столько целовать. Я хочу, чтобы он понял уже, где его любят. Он понимает, зараза, поверь мне. Зараза ты малая. Конечно, понимает. Конечно, понимает.